Коллеги, собственно, мы с вами сейчас завершаем. Мы как по программе должны были уложиться и уложились. Прямо вот цигель-цигель получается. Я хотел бы от вас услышать буквально два слова. Что такого полезного вы, в конце концов, получили в течение двух дней? Поэтому буквально, как вас зовут, не надо говорить. Вот. А буквально два слова, что получили, что ценного. Ну, как бы, а у нас после этого раздача сертификата еще. Да. Да, у нас еще сертификат. Поэтому, еще анкеты же будем обратной связи. Вот, поэтому анкета обратной связи, анкеты будут обмениваться на сертификат, в зависимости от качества ее заполнения и того, что вы скажете сейчас. Поэтому я внемлю. Ну, опять с вас, да. Ну, на самом деле, что для меня ценно было, это я еще вчера понял, но не сформулировал вчера, что... Мониторинг и планирование, оно всегда связано с затратами. И нужно это очень четко соизмерять, и нужен баланс. И я вот, наверное, для себя сделал вывод, что вот те проекты, которые веду я, они, наверное, по крайней мере, турбопланера, они еще не требуют. Вот как бы с этим я определился, пожалуй. Этот кусок вырезаем. Хорошо. Серьезно, спасибо. Так было полезно, надо перевалить. И много инструментов достаточно было практических. Я через конспектик его просмотрю, думаю, что будет применять. Мы еще презентацию вам вышли, то есть пробежать. Окей, хорошо, спасибо. Да. Графики структурированы, да? Понимание, что, наверное, все-таки сам все не потянул. Не в этом смысле. В смысле подбора именно будущей команды. Да, по экспертам уже, в принципе, так прикинул, как это все распределить, как вот те же графики. Ну и то, что я тебе вчера говорил, как более-менее этот горячий запуск осуществить, если прихожу на объект уже. Ну, посередине. Да, посередине. То есть понимание уже есть, в принципе. Даже и по графикам определился, как это можно реализовать. Да? То есть если проект уже в движении. То есть это да. Спасибо. Да, вчера я не мог как бы высказать свое мнение. Сегодня я выслушал полный, скажем, курс вот управления, да. Чем управление? Курс, как он называется. Планирование. Управление строительными проектами. Да, планирование. То есть сегодня я увидел программу, которая, скажем, может облегчить жизнь человека, который планирует, руководство, которое хочет видеть какие-то определенные отчеты, да. Вот. Ну, мы хотим на самом деле попробовать ее использовать. Возможно, может быть, она приживется. Но сомнения есть. Да. Ну, потому что должна быть обратная связь. Обратной связи, возможно, не будет. В смысле обратной связи? С поставщиками. Не то, что поставщики, а то как бы те люди, которые будут заполнять формы. Понял. Это внутреннее уже получается. Ну, у вас получается нужна некая система мотивации, использования всего. Это дисциплина, просто вопрос дисциплины. Понял, хорошо, спасибо. Да. Я сегодня решил, что программу надо внедрять. Вот. И очень жестко следить за тем. Спасибо. Михаил, я хочу сказать, что сегодня, после этих двух дней, то есть я понимаю, что у меня есть зрелость, понимание того, что нужно делать и как это сделать. То есть именно та структура, чтобы учесть и риски, ограничения. То есть действительно у меня много, я благодаря еще вашей презентации, которую еще вышли, то есть еще буду анализировать дальше и принимать это как к сведению, так и в работе. Лучше начинать с простых вещей учить. Да. Ну и, конечно же, я понимаю, я сегодня еще раз понимаю, что действительно надо вторую плану покупать и выявить компанию. Хорошо. Я думаю, еще одну выборочку. Спасибо. Я для себя тоже основные азы понял.
рисками очень интересно. Все понятно, логично. Тоже как бы, да, как их выходить, что надо это все продумывать и так далее. Графики. Ну вот, сейчас буду это дело все, да, анализировать, как бы дальше развивать, читать какую-то литературу, да. Вот, и может быть двигаться еще там в каких-то сторонах, там, куда-то в смету. Может чуть-чуть в бухгалтерию залезть, посмотреть, что там, как говорится. Ну, вот такие вот вещи понять, основные, которые могут пригодиться при управлении. Понял. Хорошо. Да. Спасибо. Для меня в эти два дня произошла некая систематизация знаний, то есть что-то было, что-то узнала. Вот. Потом параллельно произвела оценку, да, своей ситуации. Плюс благодаря полученным знаниям подкорректировала, да, где можно свои проекты исправить, где улучшить, где что-то изменить подход. Вот. Ну и в целом просто хотела сказать спасибо, действительно очень интерактивно, интересно, позитивно. Замечательно. Главное, знаете, мне чем нравится, когда тренинги проводятся именно вот отраслевые, люди между собой общаются по поводу общей специфики. И здесь обмен опытом еще есть большой достаточно. Да, то есть команда здоровская подобрала себя. Всем спасибо, было очень приятно пообщаться. Хорошо, спасибо. Да. Мне с точки зрения нужно, не нужно, еще прошлый год мне все показал, то есть мы набрали несколько крупных объектов без системы управления проектами, вот все это делалось, в итоге года все расставили на свои места, вот, и у меня как бы сомнений в этом нет абсолютно, ну, по поводу внедрения даже, но как бы турбопланер — это инструмент, вот, допустим, за обедом тоже в этом Саша, да, то есть как у меня формируется шаг за шагом, мы сейчас автоматизируем бизнес-процессы, это все формируется в некую такую картину, как, потому что у нас как бы компания, у нас, ну, я не то, что там без бахвальства, я просто теоретически и практически я понимаю, как получить большой заказ. То есть как бы для меня, ну, с точки зрения как бы инструмента его получения, проблем не возникает. Да. Вопрос возникает, как это все переварить, чтобы, ну, скажем так, на выходе цели проекта были соблюдены. По деньгам, там, короче. Вот, поэтому, скажем так, я за задачу как бы большого объекта, я в принципе понимаю, как у меня теперь, ну, вот, мне задача адаптировать компанию под этот, как бы, проект. Вот, ну и как бы этот тренинг укладывается вот в ряд этих шагов. Хорошо. Ладно. Здорово. Спасибо большое. Коллеги, собственно, сейчас Катерина раздаст.